127 этнических казахов прибыло в Западно-Казахстанскую область за последние 3 года. За годы независимости число приехавших в область кандасов составило 17 865 человек. Это бывшие граждане Узбекистана, России, Кыргызстана, Азербайджана, Украины и других стран. Сегодня они стали полноценными гражданами нашей страны. Баян Сайкенова с семьей решили приехать в Казахстан в 2019 году. Женщина рассказывает, что раньше жили в Узбекистане. Потом старшие сыновья уехали на заработки в Казахстан. Затем на историческую родину решила перебраться вся семья. Первые 4 месяца государство предоставляло им временное жилье. Далее переселенцы приобрели участок в пригороде Уральска. Своими силами возвели дом. В 2019 году, в декабре, мы приехали сюда. Временное жилье и документация тоже помогли. И это пока это гражданство взяли. Вот, через сколько вы гражданство получили? Ну, где-то 6 месяцев, что ли, через, да. Сразу мы брали гражданство. Сначала вид на жительство дали нам, а после этого сразу уже на гражданство оформили. За годы независимости в Казахстан прибыло свыше 1 000 000 этнических казахов. В Западно-Казахстанскую область прибыло около 18 тысяч человек. А за последние 3 года таких переселенцев насчитывается 127. В 2020 году в Западно-Казахстанскую область прибыло 25 этнических казахов. 15 человек из них переселились из России, 7 человек из Узбекистана, 2 из Республики Беларусь и 1 из Туркменистана. Большая часть из прибывших трудоустроены. В текущем году в Западно-Казахстанскую область переселилось 20 этнических казахов. 15 человек из них трудоустроены. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.